Я согрешил перед Аллахом. Я сделал ошибку, но Аллах не отругал меня. Он не поразил меня молнией с небес. Он не бросил меня в адский огонь. Он не остановил мое сердце. Каждый раз, как я лгал, я не терял дар речи. Каждый раз, как я ел что-то запретное, мои руки не отнимались. Такого не происходило. Каждый раз, как я смотрел на запретное, я не терял зрение. Аллах продолжал одаривать меня милостями, обеспечивать мое существование. И разве после этого я могу говорить, что Аллах больше не любит меня? Кто-то скажет, раньше я был праведным, а теперь я испортился, и Аллах перестал любить меня. Какой мне смысл делать дуа? Никто не будет любить вас так, как Аллах. Каждая капля любви, которую я испытываю к своему ребенку, или вы к своим детям, или к своим родителям, это любовь, всего лишь частичка той любви, которую Аллах вложил в вас. Вы сами не были способны любить кого-либо. Любовь, которую мы испытываем, это на самом деле чувство, ниспосланное нам от Аллаха.